Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную бабку из макарон. В нашей семье такой десерт всегда готовится к пасхальному столу. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом отвариваем лапшу. Я закипятила воду. Теперь добавляю столовую ложку соли и засыпаю лапшу. Перемешиваю, жду, пока закипит, и с момента закипания буду варить 3 минуты. Прошло 3 минуты, лапша сварилась до полуготовности. Теперь будем ее отцеживать. Выливаем содержимое кастрюли в дуршлаг, затем промываем лапшу холодной проточной водой. Теперь разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар. Взбиваем все венчиком. Вливаем молоко. И еще раз взбиваем все до однородного состояния. Дальше в яичную смесь перекладываем отваренные до полуготовности макароны и хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить изюм. Берем форму для запекания с высокими бортиками. Смазываем дно растопленным сливочным маслом. Я небольшой кусочек растопила на плите. Затем застилаем бумагой для выпечки. Я вырезала специально кружочек по форме дна. И сверху бумагу тоже смазываем растопленным маслом. Заодно смазываем бока. Обсыпаем панировочными сухарями. И перекладываем теперь туда макароны. Разравниваем, так чтобы макароны были покрыты жидкостью. И сверху раскладываем на кусочки порезанное оставшееся сливочное масло. Закрываем форму крышкой. Если у вас нету крышки, можно закрыть просто фольгой. И отправляем в нагретую до 180 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут снимаем крышку или фольгу, если у вас фольгой накрыто. И продолжаем запекать еще 20-25 минут. Прошло еще 25 минут. Достаем бабку из духовки и даем ей немножко остыть. Дальше бабку перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой. Вот и все. Вкуснейшая бабка из макарон готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.